Здорово, всем, с вами я, Никита. Сегодня мы поиграем в Айвона без босса. Ну что же, это, ну, типа трудный платформер. Довольно трудный. Ну и... Кто видел, в принципе, ну... В тот момент, ну... Когда я создал канал, и там проходил, типа... пингвинов, я уже выкладывал прохождение, но не полное. Ну там, где было без голоса, но с монтажом. Ладно, я, ну, вот эти видосы удалил. Ну и что же, давайте же начнем снова проходить. И на сей раз мы постараемся пройти все хорошо. Будем мы проходить на... Ну, среднем уровне сложности. Давайте же начнем. Так, ну что же, у нас тут туториал. Хорошо, ну я помню, влево, вправо. Ну ладно. Так. Да. Мышка меня здесь, кстати, убивает. Поэтому я мышку спрячу за экран. Хорошо, все, я спрятал. Теперь она меня ругать не будет. Хорошо. Ну, может, типа, двигаться персонажем, вот это все. Тут у нас прыжки. Ну, тут, в принципе, все просто. Хорошо, а что тут у нас? Ну, здесь у нас, типа, ну, вот эти... Ну, как там было? Орбы? Или как? Ну вот, прямо так. А здесь у нас очень прикольная вещь. Тут у нас сохранение. Которое... Матерится. Ну ладно. И что же, вот если мы начнем на R, то мы... Тут мы рестартнем игру. А если мы типа вот так пропрыгаем... Ну сейчас я покажу как. Сейчас. Погодите. Ну типа, ну вот, вот так стрельнем. И все, и мы... Смотрите, где мы сохранились. Мы сохранились где-то сверху. Теперь просто прыгаем и еще раз. Все. Сохраняемся и побежали. Вот эти платформы, ну вот, вот это сверху. Сейчас я даже покажу. Вот, вот эта платформа. Это, ну, платформа, которая есть именно в легком режиме. Мы проходим на нормальном. Хотя нормальная сложность это хардкор. Но мы пройдем на нормальном хотя бы. Так, подождите, тут... Тут музыка. Чуть-чуть громкая. Поэтому я ее, ну, сделаю чуть-чуть потише. Хорошо. Ну что ж, давайте же продолжим. Да, все, давайте. Ну и что же, здесь, я помню, здесь у нас была сразу секретка. Да, связь в этой игре есть еще секретки. Так, сейчас я у себя сделаю. Потише. Хорошо. Ну и короче, здесь типа, ну, вот эти вот все секретки прикольные. Я их предлагаю собрать. Ну, они нам чуть помогут в прохождении. Так, вот мы здесь заспавнились. Хорошо. Прыгаем снова. Соберу сначала секретку, а потом уже пойдем проходить мир. Так, здесь у нас была ловушка. Хорошо. Я в эту, ну, я эту самую игру проходил на легкой сложности. Но я ее проходил где-то давно. Ну вот, еще примерно летом. Когда я создал свой канал. Я ее тогда же и проходил. Ладно, ну и что же. Побежали проходить. И вот у нас самая первая, ну, миссия типа. Ну тут, в принципе, все просто, но уже можно, ну, спокойно лохануться. Ладно, побежали. Хоба. Но сейчас я буду довольно долго тут проходить. Игра уже представляет
собой как родный платформер. Ну что ж, мы прошли первый вот этот уровень. Кстати, нас сейф убивает. Ладно. Ну, здесь у нас просто пропадающие блоки. Хорошо. Ну что же, у нас тут вот эта собачка. Так, ну, здесь она спокойно прыгается. Хорошо. Вот, вот нас, наше сохранение. Ну что ж, здесь дальше прыжки. Хорошо. Хоп, хоп. Блин. Не то прыгнул. Хоп, хоп, хоп. Блин. Давайте еще раз. Хоп, 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 хоп. Хоп, 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 хоп. Хорошо. Сохранись. Ну и дальше у нас тут целых две секретки. Сейчас. Здесь у нас секретка с персонажем. Тут будет персонаж довольно прикольный. Это наш Луиджи. Хорошо. Ну и здесь нам придется умереть, потому что там мы не выберемся. И тут сразу вторая секретка, которая у нас будет первая очень прикольная вещь. Вам понравится. Ладно, ну ладно, я попробую пройти вот эту секретку. Блин, ладно. Стоять. Хорошо. Не, вот эти прыжки на батутах, это легкотня еще. Вы не видели, что там будет дальше? Хотя, ну, кто проходил или хотя бы смотрел, тот видел, что там будет дальше. Я не знаю, кстати, это, скорее всего, будет самая первая игра, которую я не пройду на ютубе. Ну, то есть, до конца. Хотя, кто знает, может быть, я и осилю. Короче, наша цель сейчас просто туда добраться. Блин. Не умею я туда добираться. Ту-ту-ру-ту-ру. Музон здесь прикольный довольно. Блин. Но секретки вот это... дело... непростое. Тут нам придется постараться. Хорошо. Давайте пропрыгаем. Еще. Еще. Блин. Ладно. Давайте еще раз. Блин, я забываю, что... ну вот, у меня пропадает двойной прыжок. Когда я прыгаю на черепашек. Ну, то второй прыжок у меня... не работает. Я серьезно, вот раз прыжок, ну вот. Один прыжок, двойной прыжок. А дальше он не работает. Блин. Ну тут довольно трудно. Секретка. Так, ну и вот мы собрали секретку. Ну и что же у нас это? А это у нас... ну, скорость звука. Вы поймете, что это. Сейчас даже запущу вот это. Вот внимательно слушайте звук. Он стал чуть-чуть побыстрее. Сейчас. Ну вот, и я вот типа замедляю. Ну видите, ну типа вот этот замедленный звук. Да, вот. Слышите вот это? Это просто замедленный звук. Замедленный. Ладно, давайте вернемся ну, к обычным звукам. Хорошо. Так, ну что ж, у нас снова сохранение. Хоба. И да, вот этот пес теперь будет прыгать на нас. Поэтому нам придется вот так проходить спокойно.
Не, вот этот момент, он не трудный. Он просто требует внимания. Тут тоже не трудно. Так, стоп. Ага, здесь у нас еще один момент. То бишь, нам теперь нужно, ну, проходить через вот это. Это шипы, поэтому, ну, они нас спокойно прибьют. Хорошо, прошли. Ну и теперь нам нужно падать вниз. Так, упали вниз. Ну и вот. Тут дальше сейчас будет, ну, чуть-чуть. Прикройте уши. Да. Тут будет скример. Так, ладно. Ну и теперь нам нужно убегать от птички. Ну я ладно, здесь я, ну, просто смотрите. Ну, в этой игре есть небольшие баги. И вот, ну, точнее, не баги, а, ну, недочеты. Ну, ладно, короче. Ну, вот смотрите, вот я сейчас подхожу. Я взял и, ну, сделал активным триггер. Ну, это место, где я вызову скример. Ну и короче. Птичка, ну, он, ну, триггер птички, который сейчас за нами гонится, появляется чуть-чуть раньше. Ну, то есть, ну, мы его активируем чуть-чуть раньше. До того, как, ну, сделали активным триггер пока. Ну, короче, да, вот это какая-то хрень. Ладно. Так, сейчас мы перезапустим. Хорошо. Активируем паука и побежали. Хоба, хоп, хоп, хоп. Хоба, хоба. О, вот, все, мы побежали. Ладно, а теперь мы пособираем секретки. Все секретки. Тут у нас будет первый секрет, это музыка. Но я ее, ну, включать не буду, потому что она с правами. Так, да. Я тут чуть-чуть мышка навел. Ну вот там, ну, типа, засчитали достижение, что типа, ну, первый мир пройден. О. Ну, этот. Как там его? Очищен. Ну что же. Смотрите, а здесь у нас будет, ну, небольшая вот ссылка. Давайте просто глянем. Да. Весело. Ну ладно, давайте приступим к следующему этапу. А, именно к боссу. Только если я до него пройду, да, вот, все. Угадайте, что за босс? Еее! Hello Kitty. Hello Kitty. Hello Kitty. Fucking creeps me out. И вот все, ну типа, ну мы и там сказали, ну типа я ненавижу Hello Kitty, ну и Hello Kitty на нас разозлилась, и теперь нам будет плохо. Ладно, ну тут проходится просто, хотя нет, это первый босс и он довольно трудный для начинающих. Но мы его будем пытаться пройти даже с первой попытки. Да, стреляю очень медленно. Очень прям медленно. Блин, все, мы умерли. Ну и сейчас я сделаю одну вещь. А именно что я сделаю? Я поменяю раскладку. Чтобы, ну, мне было легче стрелять. Даже, значит, сейчас даже сюда. Вы поймете почему. Тут, смотрите, тут можно
ну, в один экран стрянуть 5 пуль. Только 5. То есть вот я кликаю, и все. И они только когда, ну, на карте, ну, в данном экране будет меньше 5 пуль, то тогда я смогу стрянуть еще до 5. А, ну, понимаете, вот я один раз нажал. То есть я не смогу, ну, типа, задерживать и выстреливать. Вот так вот сделана игра, что здесь придется кликать очень быстро. Хорошо, ну мы пропустим заставку и начнем сразу к боссу. Ну, перейдем к боссу. Давайте по ней стрелять. Там, кстати, сверху, ну, ее полоска жизни. Если что. Но и так просто. На будущее. А что, давайте по ней стрелять. Ой, блин. Так, стоять. Не, вот этот босс, он довольно классный. Ну, здесь все боссы по-своему классные. Ладно. Сейчас мы доберемся до босса. Хорошо. Давайте еще раз. Ну и, в принципе, босс не трудный, просто требует, ну, немалых усилий, чтобы его осилить. Ну, типа, блин, вот это первый босс, а игра сама по себе трудная. Нужно ведь как-то, ну, сделать ее трудной. Вот и боссы здесь нет, ну, не легкие. Ладно, тут попрыгаем. Тут сейчас попрыгаем. Тут нам нужно как-то прыгнуть и прыгаем. Хорошо. А, стоять. Дай стрельнуть. Стреляем, стреляем. Ну, мы, кстати, там уже половину снесли. Хорошо, давайте по ней понастреляем. Ладно, все, теперь уклоняемся. Блин. Умерли прямо в конце. Что очень плохо. Ладно, давайте еще раз ее попробуем пройти. А, трудно. Ладно. Стоять. Ладно, давайте стрелять. Огонь. Тебе конец. Так, хорошо, здесь мы стоим. Хорошо, стреляем. Я чувствую, что мы ее сейчас прибьем. Вот это, кстати, будет очень хорошо, то есть вот мы ее, ну, вот именно сейчас прибьем. Так, нет, стоять. Ладно, нам придется все же вот это так, вот это как-то пройти. А, стоять, не бей меня, пожалуйста. О, да, все. Проходим сейчас. Все. Ну, ну, в принципе, прошли. Ладно. Побежали. Ну, хорошо, вот у нас тут, типа, мостик, вот мы сюда вышли. И все, мы прошли этот, ну, первый мир. Их тут, ну, немного, в принципе. Но они довольно трудны. Как мы видим, ну, я потратил 50 в одну смерть. Ладно. Всем спасибо, кто меня смотрел. С вами был я, Никита. Ну и что же. Всем спасибо, кто меня смотрел. И всем пока.